Я серьезно, этот ролик не предназначен для просмотра лицам до 21 года, потому что он содержит обсценную лексику, нецензурную брань, если только это не синонимы, конечно. По-моему, это синонимы. Бля, ВК не закрыл. О, уже видите, уже. А еще он содержит откровенную информацию и всякие другие нехорошести. Меньше 21 года вырубей. Нашел способ, как себя развеселить вечером с помощью Android Market. Берем Android Market, пишем букву В, И, Б и получаем запросики. Вот типа таких запросов. Нажимаем сильный очень, находим первое приложение. И мы не нажимаем установить, все намного более... круто и интересно. Мы идем в комментарии и читаем. Элит-дуалист пишет: «Уластно в позе одуванчик. Моей девушке понравилось, как вибратор расшатал ее анальное отверстие. Я себе вставил, мне тоже понравился». Александра Жигар: «Блаженство. Муж на работе, развлекаюсь одна, в свою письку вставлю, вообще кайф». Люди ёбнутые совсем. Телефон! А если это Xperia Ultra или еще какая-нибудь херня типа iPad'а? Очень интересно. Приложение норм. Люди, скажите, вы дебил, нахуя вы суете, не знаю куда, фу, бля, сюки. Ну, более-менее адекватно вроде. Да уж, заставка, конечно, а в целом прикольно. Но заставка реально просто охуенная. Классно, очень нравится, помогает. А еще прикольно, но иконка отвратная, меню норм. Блять, у вас нормально все вообще? Че? Я не понимаю, что она написала. Очень нравится, помогает, а еще прикольно. Че ты, блять, несешь? Девушки, а вы телефон во влагало засовываете? Засовываете? Grammar Safe, да? Кошачье мурлыканье понравилось, забавно. Вот я не знаю, это в приложении кошачье мурлыканье, или там издавал. Не знаю, или он. В жопе хорошо. Вот кратко, сестра таланта, Аброксел пишет: в жопе хорошо. Поиграли и хватит, пиздец хуета полная, дикий оргазм. Уф, потеха! Для нищебродов, шинима хунья, супер-супер. На этом не заканчивается веселье, тут таких приложений дохуя и много на самом деле. Давайте следующее почитаем. Там везде пишут разные люди. И все комментарии уникальны и заслуживают как бы внимания. Класс, в пизду засунул, на экран тикаешь, все заебись, кончил пару раз. Ярослав Сергеев пишет. Пиздец. Дальше начинается полный пиздец. Ютуб не бань. Елизавета Никитина пишет: о да, хоть не 14, но приложение класс. О, жизнь лучше с мемов.